Всем привет! Вы находитесь на секретной космической станции Хоспорта. Я Хоспорт, и у нас с вами на этой неделе произошла такая фигня, что заканчиваются игры, которые мы проходили в последнее время. Так что я достал с полки вот The Whisperer. Не помню, почему я его взял. Мне кажется, даже что это демка или какая-то техно-демка, что ли, будущей игры. The Whispering Valley. Значит, что я вам хочу сказать? Да, компания-разработчик Xiaodong. Я немножко побегал здесь. Не знаю, насколько она длинная, эта демка или игра. Но в любом случае мы с вами сейчас на нее посмотрим. Примем решение, будем ли мы ждать продолжения, так сказать. Ну и в принципе, по-моему, меня эта игра привлекла какой-то лавкрафтовщиной, но я не уверен. Потому что очень много времени прошло. Давайте без лишних разговоров поехали, да. Такая вот история. Не знаю, что это по жанру, по-моему, это какой-то хоррор. Но я, раз я его взял, значит, он с чем-то связан. Давайте возьмем. Нужно, короче, приложить усилия, и можно разрубать им кости к чертям собачьим. Значит, сюжет. Мой дорогой Роберт, ты был очень хорош, ну, мил со мной. Спасибо тебе за все прекрасные моменты, которые мы разделили с тобой. Но последний раз, короче, то, что произошло между нами в прошлый раз, было ошибкой. Мое сердце принадлежит моему суженому, значит, Филиппе. Твое существование делает мне некомфортно. Слова, которые ты используешь в своих письмах, слишком сильны и даже страшные. Если, ну, по какому-то стечению обстоятельств, мой отец сможет прочитать одно из них, боюсь, я уже не смогу тебя защитить. Также я верю, что я видела кого-то возле своей, значит, своего окна 2 ночи назад. Пожалуйста, больше не появляйся на пороге на моей двери. Надеюсь, это письмо приведет тебя в чувство Аурелия. Игра компьютерная, господи, понятно, что компьютер, французская. Поэтому, если мы с вами, смотрите, откроем Notes. Не так, вот так. Мы увидим, что она написана по-французски, видите? Je vous en prie, ne vous pointez plus jamais à ma porte. Никогда не появляется у моей двери. Айтем вот у нас, как видите, один. Очень громкий здесь звук. Не знаю, как у вас. Перемещение все делается мышью. Здесь закрыто. Эти моменты я застал еще, поэтому... ключ найденный под камнем. Не очень удобная здесь система. Вот этого всего. А вот и шепоты. Не знаю, слышно вам или нет, но прямо это шепчущий во тьме, так сказать. Ладно, мы пришли, мы кто-то, неизвестно, у нас нет ног, рук. И мы пришли кого-то здесь под одеялом. Я сюда целился. Кого-то зарубили, короче, не знаю, кого, кто мы, что это, что здесь происходит. Бац, и мы из дома оказались в какой-то странной локации. Залезли в палатку. У меня здесь какаваря, вам тоже рекомендую. Слышите, кто-то идет. Судя по реву, это какое-то животное. Что оно здесь делает? Кто мы, опять же, не ест. Окей. Рассвело. Я так понимаю, это было что-то типа вступление, что-то типа заставки. Но значение ее я не очень понимаю. Роберт, друг мой, неделю назад мы слышали странные слухи. Группа каких-то молодых людей, значит, остановилась на одном из наших торговых постов. Они обнаружили место заброшенным. Двое зимовавших там служащих, значит, братья Дюпюи, испарились, пропали. Были обнаружены следы борьбы в хижине, короче. Ну-ка, мы пришли к выводу, что, короче говоря, они были... Ну, на них нацелилась компания Hudson Bay Company.
Однако они не украли наши пожитки. Значит, ну, идет расследование. Я бы хотел, чтобы ты проверил некоторые наши подозрения. Торговый пост, о котором идет речь, находится на северо-востоке от Сан-Казимир. Просто следуй по реке. Не нужно напоминать тебе, что ты должен, ну, что за тобой должок. Себастьян Майлз, Northwest Company. Окей, ну, лавкрафтовщина немножко должна быть. Поглядим. Там дорога. И все, да? Других дорог нет. Ладно, идем сюда. Здесь тоже ни хрена нет. И я, честно говоря, так и не понял, должно ли здесь что-то быть. Музыка неплохая, а вот... это что такое? Пещера. Вход заблокирован деревом. Ладно. А он сказал идти вдоль реки, но я никакой реки здесь вообще не вижу, честно говоря. Наверное, вот эта река, может быть, не знаю. Здесь все выглядит одинаково. Потому что снег. Видите, какое стрёмное место, да? Хотя мне такие знакомы. Это похоже на деревню какую-нибудь. Мы здесь в этой игре можем ходить только туда, где появляется вот такой вот указатель. Меня смущает, что вот здесь вот что-то есть. Может быть, нужна лопата или что-то подобное. Не знаю. Давайте выйдем обратно. У нас есть вот туда тропка. Это, видимо, я не знаю, пчелиные ульи, может быть. Но у нас еще есть дом. В дом можно зайти. Давайте смотреть. Это, я так понимаю, та самая кэбин, которая... Что-то произошло. Это бидон, тарелки, сотейники. Вот, смотрите, следы крови. Здесь что-то, какое-то перо. Меня оно несколько смущает. Но рассмотреть мы в любом случае, короче, можем только перо. Изба, туда можно пройти. Записка. Вот до сюда ровно я в прошлый раз и дошел. Мой дорогой, если ты получил это письмо, значит, я жива. Вероятно. Скоро я покину это место, не могу больше здесь оставаться. Моя жизнь на кону. Под угрозой, короче. Мой брат начал, значит, опять зажигать огонь. Ну, видимо, он не отпустит. Каждый вечер он меня допрашивает. Когда я повторяю свою ложь, он смотрит на меня с подозрением. Он знает. После всех этих лет он, кажется, собрал все элементы головоломки воедино. Я также кое-что поняла. Я поняла, почему мой брат, городской житель, приехал так глубоко в этот лес. Я знаю, что он хочет меня убить. Ну, какая интересная история. Это еще не все. Я слышала странные шумы неподалеку. Сначала я думал, что это ветер, но вчера я услышала голос. Он на меня очень странно повлиял. Я начала сновидеть, так сказать. Боюсь, я схожу с ума. Такое ощущение, как будто что-то со мной разговаривает. Ну точно, шепчущий во тьме, слушайте. Письмо было добавлено в ваш инвентарь. Хорошо. Тут ни хрена нет. Я подозреваю, что это симулятор ходьбы своего рода, видимо. Блин, такие звуки, как будто здесь кто-то есть. По всей видимости, это симулятор ходьбы. Сейчас поднимем. Со всеми вытекающими. То есть мы будем просто ходить и изучать предметы, и все. Ну, видимо, кусок ткани или бинт фабричной выделки. То есть фабрично сделан. Добавлен в ваш инвентарь. Вот он. Вот за... Письмо от зимующего. На нем кровь. Это вот это, да? Да. Подождите-ка. А если его проинспектировать? О, смотрите, кровь залита. Сзади ничего нет. On dit qu'on me parle. И дальше все. Окей. Взяли какой-то кусок парчи, не знаю зачем.
Блин, что так звук-то меняется резко? Я просто боюсь, как бы на меня кто-нибудь со спины не напрыгнул сейчас. То неудобно может получиться, конечно. А нахрена нам здесь? Нахрена мы здесь, скажем так? Здесь, по-моему, ничего нет. Загадка, конечно, загадочка. Загадочка, загаденька. А, ну хорошо, мы, видимо, все изучили, да, я так понимаю. А, что у нас по этому? У нас вот пуч этот есть. Ну, не знаю, чем он может нам сейчас пригодиться. Смотрите, можно комбинировать с чем-то. Но нам не с чем. О, ключ. Ключ, позволяющий открыть дверь трейдинг-хауса. Во, это хорошо. Что-то у меня мышь как-то странно работает. Пойдемте в трейдинг-хаус. Пока сюжет не есть. Туда мы можем пойти и скоро пойдем, я так понимаю. Но не прямо сейчас. Да, здесь предметы автоматически не применяются. Ключ выброшен, как в Resident Evil. Короче, ключ больше не нужен. Вроде бы тут никого нет. Есть снегоступы, бочка какая-то. Снегоступы не хочешь взять? Нет, не хочет. Какой-то шарф не хочешь взять? Не хочет. Хорошо. Шкуры енотов. Или еще кого-то. Соболей каких-то. Не знаю, зачем, брать не хочет. Даже изучать не хочет. Закрыто. Куча шкур. Видимо, они торгуют шкурами. Black Powder Horn. Там внутри какой-то порошок. Я так понимаю. Давай, бери. Берем все, что видим. Бочка. Это, видимо, я не знаю, это пороховой рожок, наверное, для ружья. Вот для этого вот. Зимующие оставили свои ружья здесь. Интересно, почему? Действительно, очень интересно. В любом случае, нам здесь, по всей видимости, особо делать нечего. Моток бечевки. Там внизу не подошла, а здесь подошла. Это для... короче, это Бигфордов шнур. Давай подберем. Можешь коробку открыть? А скомбинировать мы можем их? Пока нет. Опаньки. Хм. Серьезно, это взрывчатка, походу. Да, это бомба, смотрите. Оригинально, оригинально. Зачем тебе бомба? Что ты хочешь взорвать? Дверь, что ли, взорвать? Ты серьезно? Ты безумец. Бубух. Ну, пойдем. Я думал, мы из ружья будем стрелять. Ну, хотя, с таким управлением, конечно, как стрелять из ружья? А ты хочешь окно смотреть, прокомментировать что-нибудь, нет? Даже здесь ничего прокомментировать не хочешь? Лопата, спасибо. Даже здесь комментировать ничего не хочет. Ну, слушайте, мы как будто какой-то детектив. Мы, правда, задолжали кому-то что-то, и у нас теперь просят вернуть должок. Так много крови, что-то ужасное здесь произошло. Похоже на то. Шкуры. Видите, сколько шкур. Да, вероятно, они пушниной, что ли, торгуют здесь. Видимо, пушниной. Я вижу тут столько, на самом деле, стрёмных моментов, когда можно было скримаком напугать. Но они почему-то этим не пользуются. Может быть, они выше этого. Не знаю. Я знаю, куда применить лопату. Хм.
Это довольно очевидная мысль, поэтому. Пока очень просто. Воу, тут какой-то подпол, там кости чьи-то. Вы знаете, мне что-то не очень нравится эта идея. Даже не знаю, как так получилось. Но идея мне нравится не очень. Топор, покрытый кровью. Это, я так понимаю, улика, подтверждающая, что кто-то кого-то убил. Видимо, этот брат, эту сестру. Так, у меня начинает складываться картина. Значит, смотрите, какая фигня. Здесь зимовали брат с сестрой. Они были то ли в бегах, то ли еще как-то. Значит, ну, они, по крайней мере, девушка называла чувака своим братом. И вот они, значит, зимуя здесь, видимо, следили за складом торговым. И брат хотел убить сестру. Почему? Хрен знает. По всей видимости, он это сделал. Лопата, смотрите, все еще нужна. Откапывай сортир. Может, хоть сходим на дорожку. Спасибо. Здесь какое-то ведро, слушай. А что мы с ведром можем сделать? И они, короче, остались вдвоем. И брат завалил сестру, видимо. Кровь, я так понимаю, ее. Ну, других вариантов у меня пока нет. Не очень понятно, как это расследовать все дело. Смотрите, это пни, оказывается. Просто пни здесь вырубили лес. И мы, конечно же, пойдем в лес, да, глубоко, в такую погоду. А в такую погоду... Мой большой рекомендацион. Не ходите в лес в такую погоду. Вы оттуда, скорее всего, не вернетесь. Зимний лагерь. Кто-то собирался в спешке. Лопата не нужна тебе? Нет. Зимний лагерь, кто-то собирался в спешке. Так, туда есть? Нет. Это назад. Не зимний лагерь, а горный лагерь, вообще он говорит, по-моему. Металлический коробочка с фаерстрайкером. Ну, короче, спички. Нужно для того, чтобы развести огонь. То есть мы теоретически можем... Но я не знаю, нужно ли нам это сейчас делать. Слушайте, я не очень понимаю, куда нам идти-то? У нас пути закончились. Не, реально. Дороги-то кончились? Хм. Что за звук? Как будто где-то генератор заработал. Но у меня такое ощущение, что это... Времена типа золотой лихорадки. Я не уверен, что тогда были генераторы. Я, честно говоря, просто don't know, что происходит. Нужно ли нам туда? Я так не думаю. Нужно ли нам в дом? Давайте зайдем. Вот это да. Мы пришли расследовать непонятно что, непонятно кто мы, непонятно с чем была связана история из начала, из пролога, с убийством кого-то, это, видимо... Ну, я даже не знаю, что видимо, собственно. Нет, он не хочет разжигать костер. Я так понимаю, что это надо вот так сделать. Горящая свеча, да?
Надеюсь, это не... не временное явление, в смысле. А то будет смешно. Ну, просто обычная свеча, да? Инспект. По-моему, тоже в крови, или это ржавчина? Топор точно весь в крови. Хоть кровь и нарисована довольно убого. Ладно. Я не особо понимаю, что нам нужно делать теперь. В связи с этим. Но такое ощущение, что здесь все. А, подождите-ка. Вот это я пропустил. Вот это я молодец. Давай собьем топором. Нет? Лопатой? Нет. Ты даже никак не прокомментируешь это событие, да? Ладно, здесь нам нужен какой-то ключ. Под кровать не заглянуть. Ничего нет. В ванной ничего нет. Так, а здесь под кровать мы можем посмотреть? Значит, нам нужен еще один ключ какой-то. Не знаю, может сюда ударить. Поставить сюда свечу. А, пройтись лопатой, может быть? Нет. Нет, нет, нет. Может быть, нужно порубить дрова кровавым топором. Однако нет, это тоже не нужно. Это что такое? Вот это что такое? Очень странное разъетое дерево. Ладно. Что же мы будем делать? Туда мы уйти не можем по какой-то причине. Хотя было бы и неплохо, наверное. У меня начинают заканчиваться идеи, если честно. Видимо, не сюда. Аж свечой. Нет, нет, нет. Вот здесь выбито окно. А, может быть, есть смысл посмотреть. Но, правда, по-моему, туда нельзя пройти. Не знаю, давай топором разнесем дверь. Нет. А, выбитое окно, получается, находится по правой стороне дома, да? Да, это какая-то очень нелогичная местами вещь. Это что за звук был? А, это я хрюкнул. Я так понимаю, да? Ладно, ладно. Кто мы? Что мы? Что мы задолжали этому господину? Может быть, сюда можно лопатой применить? Нет, лопату сюда нельзя. Давайте пройдем обратно, посмотрим. А, подождите, там же была пещера, да? Это что? О, сова. А совы, как вы знаете, не то, чем кажется. Ладно, она меня сбила. А, где пещера? Вот пещера. А, подозреваю, что вот этот топор не разрубит такой... Да ладно!
Ничего себе. Честно говоря, я был уверен, что это не поможет. Ну, слушайте, худо-бедно 26 минут играем. Не знаю, уж демка это или нет, но... Игра сохранена. Экипируй свечу, давай. Угу. Надеюсь, у нее нет батареек, а то получится неудобно. Нам... Хорошо. Идем сюда. А, ну я понимаю механику этой игры более-менее. Это типа... типа старорежимных таких олдскульных квестов с крутой картинкой, но отсутствием интерактива. В том смысле, что вообще вот кнопки вправо-влево, они как бы не рабочие, вообще нет смысла в них. Никаких объектов вокруг тоже нет. Камни выглядят так, как будто это залежи, не знаю, платины. Лавкрафтовщина. Может быть, она вот сейчас и начнется. Смотри, что-то каплет. И кто-то шепчет, что самое интересное. Не скрою, немножко жутковато. Жутковато, молодцы. Косточки, позвоночник. Скелеты. Здесь явно живет волк-троглодит. Вот это вот еще непонятное что-то. А, чувак, у меня к тебе один вопрос. Какого хрена тебе не страшно? Объясни мне. Явно едят людей, он это никак не комментирует. Наш герой большой оригинал. Потому что ружье-то он не взял. Кости, они везде. Ну да. Как бы я тебе об этом только что говорил, между прочим. Не могу сказать, что мне пока очень интересно. Но с другой стороны, что ж. Я слышу шепот, слышу, если вы вдруг хотите мне сказать, что... Ты что, не слышишь, что ли? Слышу. А это брат... тело одного из зимующих. Он, короче говоря, разорван, что ли, на части получается. Мы можем что-то с ним сделать. Не знаю, давай его закопаем. Нет, давай его подожжем. Нет. По всей видимости, мы ничего с ним сделать не можем. А вот это не продолжение пути, нет. А нахрена нам все это надо? У нас осталась лопата, свеча и розжиг. И я не вижу, что здесь, собственно, разжигать. И куда, собственно, идти? Карты нет. Непонятки. Непонятки у меня, серьезные непонятки. Меня смущает наличие у него веревки. У него ключ на руке, смотрите. Здесь ничего не кликабельное. Но ключ я вижу. Его надо с чем-то, я даже не знаю. А, подожди. Может быть, его так вот? Нет? Нет, походу нет. Лопатой он тоже не хочет его отрезать. Ну и понятное дело, это он тоже не хочет. Так, вопросики.
Значит, нам сюда нужен какой-то нож, по всей видимости, да, чтобы отрезать ему это все дело. Может быть, я еще где-то что-то пропустил? Тут очень много, знаете, костей этих и... А, подожди. Но это стрелы. Есть две стрелы, лежит на полу. Но он реагирует только на кости, я так понимаю. На стрелы он почему-то реагирует не хочет. Может быть, здесь что-то. Опаньки. Слушайте, а это тот самый тесак, который мы взяли в самом начале игры, да, получается? Кто-то им кого-то зарубил. Ну, мы знаем, чем достать ключ. Хотя я убей не понимаю, от какой двери этот ключ может быть. Честно говоря. Ну ладно. Маленький кровавый ключ. Должно быть принадлежал одному. А, все, я понял. Все, я понял. Я как бы делаю. Это что было? Только что камни. Чувак, только что камни поменялись. Бежим обратно. Не, не бежим, ладно. Где сраный выход? Вот он. Спасибо. Ох! Да. Игра интересная, конечно. Так, мне нужно куда? Мне нужно вон туда, 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 туда. Но история пока как-то мне не особо понятна. Ну, если это демка или какой-то типа пролог к основной игре, как мне кажется. Воу, там кто-то пробежал, вы видели? Так, подождите-ка. Блин, скримеры. Давненько я скримеров не это самое. Ага. Бутылки нас, видимо, не интересуют. Дневник. Наконец я сделал это. Я отомстил своему отцу или за своего отца. А, нет, своему отцу. Нож, короче говоря... Был так глубоко, что я не имел возможности вытащить его и прикончить его окончательно. Я сделал это с помощью секиры. Этот идиот всегда говорил о своих преступлениях в черно-белых тонах. Его тело спрятано под полом почты. А, это почта, это почтовый пост. Это не торговый, почтовый, я думаю, вот что. А я его закопал, когда наступила весна, и потом сообщил о его исчезновении в компанию. В конце концов, теперь я могу спокойно спать. 27 декабря 1813 года. Животное обнаружило тело моего брата. А, я... Все, я понял. Я отомстил за отца,
брату. Один брат убил другого. Ну, или сестра убила брат, не знаю. Животное обнаружило тело моего брата прошлой ночью. Медведь, не иначе. Я слышал его. Короче, как он там... Ну, он, видимо, никогда не заслуживал снисхождения. Я услышал, как он шепчет в ночи. Он говорит со мной посредством ветра. Я не верю в привидений, но он говорит со мной. Он заставляет меня спать или что-то типа того. Окей. Значит, у нас вот здесь вот скримота пробегала, да, за окном. Я слышу скримоту, да. Я так понимаю, мы сейчас выйдем, и нас кто-нибудь съест. Хотя вообще это история про призраков, не про монстров. Ух, какое нагнеталово-то идет. Ладно, пойдемте. А что у нас вообще? Давайте его отинспектируем. Такая книжища, короче, а заполнена только на одной странице. Ладно. Дверь заперта, все пропало. А что сделать ты предлагаешь? Повеситься, может? Хороший вариант решения проблем, да? Что у нас есть-то? У нас есть тесак. Так, а вот этот шкаф, он был ли открыт ранее? Может быть, как в начале игры сделать? Но явно не здесь. Тут он не хочет это делать. Я даже не очень понимаю, где этот звук громче, где тише. Ёпрасто, и правда, смотрите-ка. Ха. А чё это значит? Неужели это обычная индюшачья хоролина, а? Это будет разочарование. Вон, пробежал, падла. Разочарование для меня будет. Открытая дверь, закрытая дверь. Ну ты чё, ну пусти. Не хотел пускать. Там кто-то плачет, лежит в кровати. И вот что вы хотите этим сказать? Это был... У нас прыжок веры. Это был... Наш герой помер, по всей видимости. Не понимаю, это было раскаяние или было что? В таком виде это... Продукт, честно говоря, говно. Ну, раз уж я 40 минут потратил на него, конечно. И что? Просто виды... А, весна. Смотрите, весна пришла. На том месте, где он упал, строят церковь? Да, смотрите, церковь. Трава так смешно колышется, посмотрите. Типа того. Там городок прям какой-то раскинулся. Но я все же пока не понимаю. Написано из-за дизайнера Оливье Лешер. Я не понял. Не понял. У меня даже слов нет, чтобы описать ситуацию. Короче,
Пока что это неинтересно. Возможно, Whisperer Valley, вот этот, который они планируют делать на основе того, во что мы сейчас поиграли, возможно, там будет более интересный сюжет. Вот, смотрите, студио Шьяндох, Золотой пес. Мне очень нравится логотип. Короче, не знаю, я не впечатлен. Если полноценная игра, а не этот огрызок, вот эта вот игра будет интересной, ради бога. Но вот это меня пока... А, простите, он опять открыл. Он опять открывает браузер. Я на секундочку перейду в Steam, посмотрю. Запланированная дата выхода 2022 год. Я имею в виду The Whispering Valley. Суть его в чем? Значит, изучайте проклятую деревню, решайте пазлы-головоломки в игре Whispering Valley. A story-driven point-and-click game. Вот почему, собственно говоря, я и скачал эту демку, потому что она типа вроде как... самое важное в ней типа история, и плюс это point-and-click. Ужасы, депрессивное расследование в глубоких секретах деревни. Ага. То есть получается какая история, насколько я могу ее понять, да? Мы с вами сейчас, вот то, что мы прошли, это, видимо, предыстория деревни. То есть когда-то в этих местах два брата или брат и сестра, я так понимаю, что все-таки два брата остановились на зиму на почтовой этой самой. Зимой один из братьев решил убить другого, потому что... Непонятно почему, но первый успел, так сказать, видимо, убить его в ответ или сам погиб, короче. Какая-то месть отцу. В общем, самое важное не в этом. Самое важное, что все померли. А теперь на этом месте выросла деревуха, которая и будет называться The Whisperer Valley. Видимо, там будут происходить события, а это нам показали предысторию этой деревухи, почему она проклята, потому что там столько крови пролилось, как мы сейчас видели, и все такое. Ну, не знаю, пока что не впечатляет. Почитаю потом, про когда выйдет вот эта игра, я вам сообщу обязательно. Почитаем об этом. Может, будет интересно, может, нет. Пока не особо интересно. Механика говно, откровенно говоря. Но если будет хорошая история, я готов свыкнуться с дерьмовой механикой. Однако я на данный момент как-то механику особо не вкурил. Она, по-моему, плохая, а сюжета нет. Ну, то есть, адекватного сюжета нет. Окей, мы узнали про проклятие деревни, что будет дальше, поглядим. Ладно, все, господа, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не ставьте лайки. Сегодня такое не очень удачное получается видео, потому что не впечатлила меня эта история. Но будем посмотреть. Вы были на секретной космической станции Хоспорта, я Хоспорт. Подписывайтесь на канал, ставьте VPN, вся фигня. Удачи, до новых встреч, пока.